Главное – родители первоклашек. В память о таком знаменательном дне в жизни ребенка, да и вашей тоже, предлагаю сделать альбом первоклассника. В общем-то, он небольшой, там буквально 5 разворотов, кажется, здесь, да, вот он тоненький такой. Вот. Но он очень красивый и такой солидный. У него жесткие страницы, качественная фотопечать. Фотографии специально подготовлены, обработаны для того, чтобы быть отпечатаны наилучшим образом. Вот. На страницах фотоальбома можно запечатлеть вот домашнюю подготовку ребенка, как вот он собирает портфель, мама, папа рядом, игрушки. И постепенно вот переходить уже к школьной церемонии. Фотографии получаются очень красивые, очень жизненные, непосредственные. Ну и, естественно, это будет очень хорошая память об этом дне. Обложка альбома запечатана с двух сторон фотографиями этого памятного события. На титульной странице, конечно же, фотография первоклассника.